Всем привет, мои дорогие зрители и подписчики, с вами, как всегда, Сладкоежка. Сегодня мы смотрим заказик от моего подписчика Сигмачела 006. Прислал через донатик, попросил посмотреть, за что ему огромное спасибо. Так, Фью-Фью ловит запретки на протяжении 20 минут. Ну что ж, мы с вами смотрели прошлую нарезочку Фью-Фьюва, да, где ему устроили на стриме полный пиздец. Вот. Было смешно и интересно. Я думаю, эта нарезка будет не хуже. Вот. Ставим лайки, подписываемся. Всем желаю приятного просмотра. Фрэш Рофлс, тебе приветик. Поехали. Суд вынес решение о том, что подсудимый виновен и наказан вечным баном за нон-РП скин. Ваша честь, Энда. Подсудим. Полностью. И получается, топ-1 практически уже в каждом режиме остался самый последний из... Не запилился наш родной, ё-моё. Самый тяжелый режим, в котором нам нужно занять топ-1, это, ребята, TNT. Он играет на Рухайпикс, вот, потому что TNT таги мы с вами уже заняли топ-1. Остался TNT ран, да. Так, чё, качество. Дуэли какие-то, не, именно TNT ран. Поэтому можно делать ставку, верни 80, 34, я теперь... Обычный хайпиксель? Не, ну есть еще ж пиратский хайпиксель. Экономика сама выстраивается на канале, если что, я не могу никак генерировать экономику. Вот. Все, гоу! Гоу на TNT run. Будет ли топ-1, ставка готова. Желаю вам всем удачи, ребята. А, найс, а тут нормально, что тут уже поля практически нет? Блять! Упал. Ну, наверное, нормально, меня сейчас тпхнет. Будет ли топ-1 во всей игре? Да, ноу. No. Да, все норм. О, подождите, у меня есть спид. Видишь, у него мемпарки. 777 он ставит. Ебать, 10 отжиманий, 75к. Юзанули слоу. Оп, слоу. И чё у меня персонаж как будто не бегает особо? Это типа ходишь, оно ломается. Так я не под донатил, тобой. Ребята, я не донатил. У меня нет даже ютуберки на хайпикселе. Он под скоростью, не получится. Фуфуф из нижнего интернета. Как вы думаете, там что-то. Там песня какая-то или социальная реклама с металлоискателями? Мне что-то кажется, что второе. 40 торпедоносцев и 81 пикирующий бомбардировщик. В итоге этого налета. 4 линейных корабля американского флота было потоплено. Осуждаю, не поддерживаю ни в коем случае. Больше, чем... Какие корабли? Осуждаю. Блядь. Учился в шестом училище. Осуждаю, это какое училище? Блядь. Дерьмо собачье. Хорошо, если коротко, сейчас. А тогда это был политический протест. Да, осуждаю, все осуждаю. Осуждаем. Я скипнуть никак не могу, просто. Ну вот зачем такое делать? Что? А вы здесь сюда лазите. Что это такое? Ты живешь последний час! Ну, очень известный диктор, да, вообще-то, да. Преподаватель. Я яблочко просил пить! Давай, ты какой яблочко? Еще упадет нахер. Да, ну, сейчас господи. Чай принесу, мы с тобой продолжим. Ты, хоть и полный идиот. О, господи. Но я думаю, что тебе эта информация будет полезна. Вы глупости вот говорите. Молчать, блядь! А, блядь, нахуй! Да что это играет? Дерьмо собачье, блядь! Сам такой! Это донат ему такой? Вот это ж доната, да? Перевод идет. Сколько издебителись, сука! Осуждаю, не поддерживаю, ни в коем случае осуждаю! Дерьмо на палочке. Ничего, блядь, не знаешь. Ничего не можешь. Что ты вообще, блядь, в армии делаешь? Осуждаю на всякий случай, все максимально. Не надо, у меня... Стоять! Ну что вообще, блядь? Какие самолеты были? Он каждый день стримит. Осуждаю! Я просто видел, там свежая нарезка вышла. Да я все осуждаю, что это? Я хочу ответить очкастому мужчине. Какому осуждаю? Ну я каждый. Ой, ты, блядь, будешь хуй сосать. Нет! 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 Ай, топ-2! Ну как? Ну просто фью, как? Фью-фью 1338. А чё не 37? Фу-фу-фу из нижнего интернета. Что это такое? Что это?
Зеленый слоник, капитан читает лекцию на НТВ. А, это реально было? Ну, жесть, это реально какая-то старая передача. Я ж не знаю, что там. Я только слышу звуки каких-то это возмущений, какая-то эта истерия там происходит. Ё-моё. Это прям очень сложная карта. Когда здесь так много людей, это очень сложная карта. Еще этот Дэн Робло специально за мной бегает. Сейчас опять будет что-то. Да-да-да-да-да, слушаю внимательно, здравствуйте. Без слов. А, это учат в школе, песня переделана. Осуждаю, не одобряю, ни в коем случае осуждаю. Не поддерживаю. Максимально осуждаю. Видишь, какой он паркурист. Нет. Топ 2, но опять. Еще раз. Еще раз. Ты лучше паркуришь. Но опять топ 2, я вообще не понимаю, каким образом. Но опять топ 2, опять топ 2. Просто опять топ 2. Осуждаю. Не одобряю, не поддерживаю. Еще раз идем. Блять. Осуждаю. А, ну видос так и называется, да, ловит книжки запретки. Книжки разные читать, что-то там приумножать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Что-то там приумножать. Спасибо, Фуфифитас. А, нет, пока что еще не спасибо, потому что я не знаю, что там. Кто? Опять? Нет! Нет, 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 осуждаю, 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 осуждаю. О, я не могу. Осуждаю, ни в коем случае не поддерживаю и не одобряю. Еще одну катку, еще. Летом, как в Дагестане красивые, бомбовые места ты нигде не найдешь, брат. Это... горы, солнце, спасибо. Море, песок, вода, тёлки. Субханаллах, тёлки, отбой. Халалные тёлки. Что здесь будет, брат? Понял, спасибо, спасибо. Спасибо за информацию, здравствуйте. Ну, спасибо, мужчина. Спасибо, мужчина, за информацию. Лобби одних стрим-снайперов, это просто ужас. Все со стрима. Ну а с откуда они должны быть? Нет! Иначе брату не доживем до утра. Печусь назад, обойма вставляя. Братьев ебут это перед глазами. Мальчик бойцов уже не сосчитать. Песня, конечно, отпад. Не одобряю! Осуждаем всем силам. Не стой спиной, они врубили крида. Снижают мораль, вот пидоры. Осуждаем! Я ни в коем случае не поддерживаю! Ебать, карту раскрошили. Осуждаю! Просто ужас, а? Стреляют хуищами вместо ракет. Меняю позицию, прикрой, пацаны. Я последний оплот института семьи. Пидоры идут, пидоры идут. Ай-яй-яй-яй-яй. Пидоры идут, пидоры идут. Перезаряд. Осуждаю, это просто кошмар. Как его твич выдерживает? Может, не скипает? Жизнь, Юра, мы все потеряли. Осуждаю, не одобряю, ни в коем случае не поддерживаю это все дело. Максимально осуждаю и не одобряю. Просто человек пользуется моментом, пока я в игре, пока я не могу альтабнуться, пока решается судьба. Множество баллов, кстати. Вот представим, ему это кидают. Внизу, это в какой-то степени даже хорошо. Ну да. На самом деле. Осуждаю, ни в коем случае не поддерживаю. Фулл фокус. Фулл фокус. О. Опять Фитос кидает. Как думаете, что там? Да очередная, блядь, запретка. Опять? Скипнулось автоматически.
Обычно это говорит о том, что, значит, Алерт заподозрил там что-то. Алерт, если что, скипнул. Не я, Алерт. Бафнем себя скоростью. Нет, замедлением. Ну, не угомонился человек. Я говорю, Алерт скипнул, я все включу. Он... Это мимимишки, если я не ошибаюсь. Опять донатит что-то это. Что-то, чтоб Алерт пропустил. Но Алерт, я сразу говорю, если сейчас тоже скипнет, я не виноват. Не скипнул. Я вижу, у меня там загрузка клипа боковым зрением. Ready, yeah. О, что-то адекватное. Стендап, салют, Минигас. Осуждаю, не одобряю. Осуждаем. Кирилл, это фил-фил. Это просто шок. Оно еще и лагает. Для своих нигеров я бог, для твоих пацанов ты пидор. Осуждаю, не одобряю, ни в коем случае не поддерживаю, но это просто кошмар. Фу, фитас, да успокойся ты. Это что ты поставил до этого, что скипнул Алерт? Что это? Осуждаю, ни в коем случае. Я знаю эту песню. Правильно Алерт сделает, что скипает это автоматически, потому что знает, что там, знает, что там. Все, еще одна катка, еще, идем еще. Я не успокоюсь, реально, мне нужно занять топ-1. Вот вы знаете, я уже прошел Майнкрафт на хардкоре за один стрим. Я занимал топ-1 во всех уже режимах на хайпикселе. Остался самый последний, это TNT Run. После того, как я займу здесь топ-1, Хайпиксель, считайте, пройден на 100%. Круто. Но нет, опять пожалуйста. Фитнес. Адекватное что-то. Адекватная трек, мелодия адекватная. Ой-о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 й. Ладно, нормально. Осуждаю, ни в коем случае не поддерживаю, не одобряю. Осуждаю, максимально. 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 Осуждаю. Фух. Слава богу, оно недолгое. Осуждаю, не одобряю, не поддерживаю. Опять Фитос, пиздец. Тихо. Фитос решил его заебать полностью там. Смотри, как FFF5 стал новую песню. Ну, сейчас же будет какой-то фейк смонтированный. Возик Томас, дихлофос. Осуждаю, не одобряю, не поддерживаю ни в коем случае. Осуждаю твой паровозик Томас. Паровозик Томас. Чтоб он заклинил, заглох и его обратно на металл, а этот... Металлургический завод его сдали и там разобрали на куски. Осуждаю, не одобряю, ни в коем случае не поддерживаю. В прошлых сериях я вам его показывал. Это реально же страшный. Очень страшный. Топ-1 надо. Осуждаю, не одобряю. Я ж думал, у тебя совесть есть, и ты включил какую-то другую версию, а не эту. Я ж думал, у тебя есть совесть. Возик Томас. Да я осуждаю все! Осуждаю! Просто летят запретки! Паровозик Томас, блокада Ленинграда. Осуждаю! Я все осуждаю максимально! Паровозик Томас, я все максимально осуждаю, все. Отменяйте ставку! Отменяйте ставку! Отмена ставки заново, еще одна игра. Отмена ставки. Это неадекватно, это реально, это вообще вы нормально? Вы больные? Сегодня четверг, а не пятница. Ладно, я понимаю, там иногда реально в пятницу, либо в воскресенье. Я заметил, самые больные дни это либо пятница, либо воскресенье. Происходит какое-то просто сумасшествие иногда местами. Что проклятые дни, пятница и воскресенье. В комментариях, там, в личных сообщениях у меня, ну, в телеграме в комментариях имею в виду. Под вторым. Ну, во втором телеграме. Вот. Сегодня четверг, что это такое реально? Просто ужас.
Отменяйте ставку заново, новая ставка. Делаем новую ставку. Вот это хорошая карта. Ну опять. Бля, я опять фитнес. Это нормально, кстати, вот это нормальная карта для топ-1. Она маленькая, и поэтому сейчас, я думаю, нормально будет. Получилось? Скипнул? Ха-ха, изи. Вот и все. Холокост Томас. Осуждаю, не одобряю, осуждаю, не одобряю. Ну и... Холокост для ебучих жидов. Осуждаю, не одобряю, я поэтому... Блокада Ленинграда для пидора. Осуждаю, ни в коем случае не поддерживаю. Не упал. Как я не упал? Как я не упал? Не знаю, как он не упал. Найс. Оно даже не скипается. Повезло ему, что он не упал. Потому что оно скипает сам донат, но оно не скипает клип. Понимаете? Почему Алерц вот это пропускает? Все, пиздец. А, нет. Денза фара денза. Лапока де ла кока. Все. Ну нет. Опять фитос. Уже снова, да? Уже не опять, а снова. Опять уже было. Алерс не скипнул. Я вижу боковым зрением, что у меня какой-то клип. Почему она так громко? Почему она так громко? Что это? Все, топ стрима, фил, фил, фитос. Вот это что-то прям заводное. Сука, сука, пидорас. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Сука, сука, это да. Осуждаю, осуждаю. Водка, пиво и басы. Это песня на хиты. Это песня для быдла необразованного. Просто не для необразованного быдла. Ну вот, пожалуйста, вся рифма, вся рифма. Вся рифма в песне, вся рифма. Ну вся рифма в песне, это ж для быдла реально сделано. Жаль, бедный Фил. Осуждаю, не одобряю, ни в коем случае не поддерживаю. Вот, песня для быдла. Песня для быдла, с рифмой для быдла. Осуждаю, не одобряю, ни в коем случае не поддерживаю. Просто ужас, это реально, это просто... Кстати, прикольный диван у него. Это просто трындец. Осуждаю, ни в коем случае не одобряю, не поддерживаю. Просто, просто шок. Репорт. А, нет, я его просто этот. Игнор. Все, сиди в муте. О, подловил. Вот, пожалуйста. Диарея фифа. Диарея фифыва. Фифыва. Не, ставку нормально, можно оставлять. Зачем новую? Да ладно, наконец-то! Наконец-то! Тучки в небе хмурятся, хмурятся, хмурятся. Тучки сильно хмурятся. Наконец-то нормально. Он идет по улице. Я ж соскучился по какой-то мелодии, типа. Мальчики любуются, а девчонки нет. Маечка, 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 в обтяжечку. Золотая пряжечка, брючки просто класс. Я впервые слышу эту песню. Осуждаю! Ай-яй-яй! Осуждаю, не одобряю! Ну вот, стрим-снайпер, пожалуйста, смотрите. Слил чела. Найс. Фух. Я уверен, что это опять... Ну вот, смотрите. Я скипнул. Оно должно было сейчас скипнуться. В теории. Я не знаю, было видно, не видно. Сработала кнопка, не сработала. Ура! Я пидор... Осуждаю, не одобряю, ни в коем случае не поддерживаю. Закрывай стрим, уходи со стрима. Что это такое? Диарея фуфыва. Это просто ужас. Все, хватит, я наигрался. Все, пока. Гудбай. Просто ужас. Просто кошмар. Реально, просто кошмар.
Фух, это просто жесть. Это просто реально жесть. Что это была за атака? Чтобы вы понимали, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Да, так и топ-1 он не занял. Какими-то банвордами. 17. Это шок. Здесь могли бы быть ваши донаты. Такая концовка. Не надо, чтобы меня такими же донатами закидывали. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данной нарезки, да? Где это 20 минут Фифиву кидали за предки. Не знаю, жестко. Твич, слава богу, его прощает, вот, не блочит, да. Но эти запретки, это что-то лютое, вот. Мне тоже бывает, это, присылают всякую дичь. Вот, поэтому я понимаю Фива, вот. То, что это жесть. От души всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В комментариях пишите свое мнение насчет моей реакции. Мнение насчет данного видосика, который мы посмотрели. Всем вам желаю добра, всем удачи и всем пока-пока.